Накорми крокодила. Ням. Оп, нифига. Я надеюсь, им много платят. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и мы в игре Happy Animals. Мы тут будем, значит, работать в зоопарке. И первый же уровень, который мне дают, это накорми крокодила. Чувствую, придется накормить его самим собой, наверное, потому что пасть у него открыта прям... Прям, знаете, как будто он меня целиком хочет сожрать, что неудивительно. Ставьте, пожалуйста, лайк за этот видос, если вам понравится эта игра. Не забудьте подписаться на канал, если еще не подписаны, жмите колокольчик, пишите комментарии. Поехали. Итак, нажми удерживай, чтобы кормить. Давайте попробуем. Ням. Оп, нифига. Слушайте, что-то мы как-то это... Может, мы как-то немножко технику безопасности будем соблюдать? У нашего главного героя же немного рука там трясется, я вижу. И не просто так. Ну-ка, давай. Ням. А давайте не будем убирать. Отпусти, чтобы кормить безопасно. А, то есть у меня выбора нет, да? Мне придется. А, вот, смотрите. Безопасно получилось. Блин, я надеюсь, им много платят, в принципе. Работает. Опа! Какое классное начало. Ну, сейчас он наелся по-любому, я уверен. Вот сейчас он, наверное, наелся хорошо. Так, и как нам надо действовать? Вот так, оп! Опа! Издеваемся над крокодилом. Опа, 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 чё, хочешь кушать? Кушать хочешь, да? А не надо тебе кушать, на диете сиди, на диете. Жопа жирная крокодильская уже, на диете сиди давай, хватит тебе жрать, хватит жрать тебе, понял? Не надо, не жри, не жри, не жри ничего, не жри, какой кошмар. Да отпусти ты уж, ты чё, придурок, что ли, тебе прям хочется, что ли? О, фух, ну слава тебе, Господи. Итак, с крокодилом разобрали, кошмар, кошмар, ребята, но разобрали, ну вы поняли. Ну это ладно, крокодилы там эти, у нас слоненок тут, слоненок, понимаете? Слоненок, который просто себя засрал. Просто ужас какой-то. Что с тобой не так? Что ж ты такой? Ты же не свиненок, ты же слоненок. Что это в самом деле? Чё ты весь вымазанный? Ну-ка давай вымывайся. Ну-ка вымывайся, чтоб жопа чистая была. Да и все остальное тоже желательно. Повернись, говорю. Сейчас тебя мыть нам надо. Помой слона, у меня задание, видишь? Мне надо кормить детей. Для того, чтобы детей кормить, нужно слонов мне мыть, понимаешь? Нужно слонов мне мыть, чтобы детей кормить. У кого какая судьба? У меня вот такая. Все, слоненок чистенький. Продолжаем дальше. Опа, так. У нас тут получается отсортируй животных. А! Ну! Стоп, я ничего не сделал. Ой, царь зверей, ты посмотри, а! Тоже мне царь зверей. Его просто поимели там вообще. Да, ну-ка давай, давай, теперь ты покажи какой-то крутой. Бам-бам-бам. Ля, какое позорище, а. Гриву-то отрастил. Так, ну давай, давай. Давай теперь наоборот. Опа, ну-ка, что сейчас будет? Слушайте, львы такие абсосы здесь просто. Мне кажется, эта игра, она должна оскорблять львиные чувства, понимаете? Вот львы, если они увидят вот эту игру, они оскорбятся очень сильно, по-моему. Так, все, один доволен. А, не-не-не, давай-давай-давай. Сюда, сюда, все правильно. Проходите. Проходите, потлатый монсеньор гривастый, давайте. Мне кажется, они не очень в восторге. Очередного дебила нам привел, да, типа. Лишний рот, которого будут кормить, да? А так мы бы все сами съели. Ну-ка. Ага, вот это, походу, самка пришла, а это все самцы. Я так понимаю, нам не хватает только дивана, как в этом мемчике, да? Где 4 афроамериканца. Посмотрел рекламу, потратил 30 секунд своей жизни, а все для чего? Чтоб стырить мясо у льва. А давайте мы попробуем это сделать так, чтобы он нас поймал для начала. Ну-ка. Лови, 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 лев. Лови, лев, говорит. Ой, придурочный лев. Я уже не знал, как уже и затянуть-то. Подождите, я смогу проиграть здесь? Я хочу... Ну-ка, ну-ка, давай. Бам-бам-бам. Ого. Слушайте, а этот-то лев не оказался абсосом. Этот-то, что называется, наказал. Так, хорошо, давай, давай, достаем. Достаем, давай кусочек. А-а-а! Быстрей, быстрей, давай. Молодец, молодец, обезьянка. Все, с тобой в разведку бы пошел однозначно. О, морда голодная. Накорми бегемота. Тихо, я ничего не делал. Я не делал ничего. Я не понимаю. Я вообще ничего не нажимал, управляй головой. А, головой надо управлять. Так а он и так все ловит, на ура, слушайте. Ему не надо управлять, он сам справляется. Ты посмотри, это жирная... О, здравствуйте, птичка там у тебя, кстати, на жопе сидит. Бегемот, пожалуйста, смотри, не пукни, а то птичка умрет, мне кажется. Ты сейчас сдерживайся, я понимаю, много калорийной пищи, но все-таки. Здравствуйте, какая милая ламочка. А, альпака.
Господи, прости, ты мне мозг решила сломать. Ты нахрена так сложно назвалась? Короче, посреди альпаку. Давайте, так, значит, берем машинку, да, или что? А, просто вот так, да? Хорошо, так, давай. Вот здесь вот. А, я хотел что-то написать, попробовать, типа. Ну, там, типа. Типа вот этого, да? Ну, не получилось, да. Не получилось. Так, в общем, стригем альпаку. И всех альпаков мы мастерски стригем. Я, это самое... если вам вдруг срочно нужно постричь альпаку, да, то вы можете звать меня, это вообще. Если у кого дома альпака, которую надо постричь, то я всего $1000 за одну стричку, я дешево вообще. Нормально, нормально. Опа, добеги до бананов. Ну давай, поехали, нажми до старта, все, бежим. А, это типа такая классическая такая игра в таком стиле, да, я понял. Где надо собирать себе на бошку кучу обезьян. Да-да-да, смотрите. Ну чё, в принципе, я думаю, добежим, вон они. Вон бананы, кстати говоря. Их достаточно много там, между прочим. Так, ага. И вот сейчас мы прям в эту кучу как окунемся. И переснимаем сцену. С Аль Пачино и кучей муки, скажем так, из фильма «Лицо со шрамом». Просто с головой туда, давайте. Опять альпака. Стриженная, между прочим. Та самая стриженная альпака, которую мы уже стригли. Почисти дорожку. Ну давай, поехали. Нажми для старта. Так. Нифига! Что делать? А, вот так вот, да? Ну, смотрите. Неплохо так у меня получается, слушайте. Я считаю, что я вообще прекрасный зоопарковский уборщик. Это ж не каждый, на самом деле, зоопарк себе такого профессионала может позволить, как я. А это что такое? Это что? А, это мы еду для животных готовим. Да-да-да, ну-ка, вот так вот. Оп! Видите? И порезал. Это, знаете, вот есть такая игра, по-моему, Fruit Ninja она называется. По-моему, да? Это, наверное, на нее пародия. Ну, слушайте, вот это, кстати, прикольное такое. Мне нравится вот этим заниматься, оно так приятно. Я ниндзя! Я самый настоящий ниндзя! Ох, нифига я нашинковал! Ты посмотри, это там для животных, у которых нет зубов, походу, да, я так понимаю? Инвалиды, животные на пенсии, вот для таких, наверное, делаем. Ну все, что-то нарезал. Что-то понарезал, у меня аж все начало зависать, потому что... Фрукты очень графонистые, мныкополигональные, как прям у них, знаете, системные требования, как у Киберпанка 2077. Поэтому, собственно, подвисал. Так, теперь мне нужно поймать муху, да, я вот такой красавец, сижу такой красавец на ветке, да, и хочу что-то жрать хочу, ну-ка давай, оба, лови, ням-ням-ням, а, какая вкуснятинка, да, давайте-ка, ничего себе, я жирею, слушайте, это муха побольше прилетела, ну это правильно, да, а следующая муха какая прилетит, размером с человека или что, как из фильма из этого, с Джеффом Голдблюмом, или что? Так, ну ладно, давайте, хорошо. Давайте продолжим жрать. В принципе, неплохая жизнь. Сидишь на ветке и жрешь. Но в конечном итоге она под тобой обломается, чувак. У тебя срака уже скоро не влезет в монитор, в который мы тебя смотрим. Может, ты... Не, он абсолютно доволен жизнью и собой. Ему все нравится. Он и не думает падать. Ой, что-то... Что такое? Что это за звуки? Надеюсь, ты ничего там не ругаешься. Ругаться нехорошо. Тебе этим ртом еще мух есть, поэтому не надо. Итак, мне нужно накормить львов. Но у нас здесь крокодил на свободе, понимаете? Он как бы на свободе в зоопарке, вне клетки. И вместо того, чтобы его поймать, мы несем еду львам. Потому что вот такие мы охренительные работники зоопарка. У нас настолько все хорошо с логикой. Давай-ка вот так вот сделаем. Побежали! И посмотрим, что будет. Ай-яй-яй, провал. Штирлиц никогда не был так близок к провалу. А хотя нет, был, вот только что. Ну давайте проверим, может быть, на этот раз будет все в порядке. Здорово, это прекрасно. Львы очень не хотят кушать, я очень рад. Мы с крокодилом что-нибудь сделаем. Тут крокодил бегает. Видимо нет. Забьем, вот чувак с тележкой идет. Наверное, идет за крокодилом. Так, и что мы, собственно, тут? Что сложного в этом? Да, в принципе, ничего, да? Справляемся, отлично. И еще у нас львы пожрали. Все нормально, все прекрасно. Так, слонику надо покушать. Слоник очень голоден. Ну, делаем вот так и вот. Вот так и все, как бы. Ням-ням-ням. Ух, нифига, он довольный. Так, отлично, хорошо. Ну, а, я кажется, понял. Вот мы и ошиблись, да? Да ладно, куда тебе вон и так куча яблок? Что, ты не нажрешься, что ли, совсем, я пойму. Подождите, а что ж тогда делать-то? Типа вот так вот? Да, вот так. Вот так нормально все. Вот он там, слушайте, прямо профессиональный ушастый бухгалтер. Он прям пересчитал все яблоки. Чуть-чуть ему не хватило, он прям
арифметическим своим слонячим мозгом мне тут выказывают претензии. Зоопарковские дети. Это вот это дети, да? Ясно. Хорошо, я понял. Так, значит, наша лама, она должна идти и срать травой. И после этого она подходит к фруктам. И что? Да что такое? Ну, давай, давай. Чё за хрень? Ты чё, на яблоко там села чем-то? Или что, чё так орёшь? Так, ладно, хорошо. Еще у нас зоопарковские дети. Вон, дети, видите? Так. Куда мы хотим? Сюда? Или... Не, ну бананы это для обезьяны, правильно? Поэтому мы не будем чужого воровать. Хотя, если бы мы это сделали, ну-ка. Эй, алло. А игра-то не хочет заканчиваться, между прочим. Тип-тип-тип. Ну все, и что? Что дальше? Может, надо еще... А, надо еще... Я понял, господи. Все, тогда ясно. Тогда ясно. А то у нас что-то голодная обезьяна, а я уже расслабился. Опять накорми крокодилов. Да, господи. И что? Опять вот это вот надо своей лапой рисковать? Нажми, удерживай, чтобы кормить. Ну-ка, давай. Ням-ням-ням-ням-ням. Блин, нифига себе работка, слушайте. А неужели нельзя это как-то более безопасно делать? Тебе не стрёмно, нет? А как насчет других крокодилов других? Ой, походу меня сейчас затащат прям туда, в воду, я чувствую. А, слушайте, а можно было типа не отдавать еду, подержать ее? Напои слона. А, на этот раз напои. А я думаю, что он вроде чистый. Опять мыть, что ли? Ну давай. Буль-буль-буль-буль-буль. Так, и что, и сколько? А, ну да, до конца надо. Но чтобы не разлилось при этом. А если разольется, что будет? Плохо будет? Да вроде ничего не происходит. Ну-ка давай, буль-буль. Ох, нифига он там. Ты маленький сосун. Хорошо, прям нормально так. Что это такое? 20%. 20% чего? Билеты. А, я понял, продаем билеты. Да, подходит, значит, к нам ребенок. Мы ему говорим, сюда иди. Сюда иди, билеты, что? А деньги-то он мне дал, слышь? Алло, мы как-то неправильно продаем билеты, они нам деньги не дают вообще. Готово, ну-ка. Раз. Так. Что? Провал. Какой провал? Чего провал, НП? Такая, а как мне сделать так, чтобы... Давай, давай, еще, два. А, я должен успеть. Господи, все, они все ушли причем. Давай, сейчас. Раз, два, три, вот. Вот это правильно. Все, пошла печать. Они возрадовались и пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вы что, гоните, что ли? Кому-то явно... Ребята, кому-то явно не место в нашем зоопарке. Я столько не нажму. А, ну... Ох, нифига, я что-то там лишнее, по-моему, накликал. Ну, они все в восторге, в принципе. Ничего страшного. Так, раз, два, три, четыре. Так, вот этого мы, конечно, возьмем, но только на корм. Потому что... Он идеально подойдет по размеру. Там крокодилу как раз такой кусок мяса нужен. А вы проходите, ребята, вам билеты продаем, да? Раз, два, три, четыре. Все, поехали. Пропечатали зу-зу-зу-зу. Но денег мне так и никто и не дал. Я их и не увидел. В общем, ладно, на этом мы заканчиваем. Вот такая вот веселая работа в зоопарке. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарий, подписывайтесь, жмите колокольчик. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.